Марина Вениаминовна, мы сегодня с вами говорим о финансовой грамотности, да? Как вы считаете, насколько рано нужно начинать учить финансовую грамотность? С пеленок, с детского сада, с первого класса, когда? На самом деле сейчас уже продвижение проекта финансовой грамотности на достаточно высоком уровне проходит, поэтому существуют специально обученные люди, которые говорят о том, что детей нужно учить финансовой грамотности, начиная с 5-7 лет. То есть считается, что в 5 лет ребенок уже, как правило, ходит с родителями в магазин. И, как правило, как губка впитывает, что он видит вокруг. Поэтому ему нужно объяснять, что деньги в кошельке не растут, что они являются платежным средством, что и эти деньги можно обменять на какие-то товары, какие ты хочешь. Как нужно себя ограничивать, тоже нужно уже детей приучать с этого времени. Как раз вот этот проект, который реализует Минфин России, Центробанк, Министерство образования, другие органы власти, как раз и направлен на то, чтобы скорректировать поведение, которое, к сожалению, может быть, не формировалось в детстве. Это самовоспитание, это самоограничение, которое, конечно, с возрастом приходит и само собой, но к некоторым людям не приходит, и они все еще попадаются на определенные маркетинговые шаги, которые предпринимают финансовые структуры, эти технологии, которые могут затуманить ум и разум любого человека. Ответственное отношение к деньгам и к тому, как ты встраиваешься вот в эту финансовую систему, оно и предполагает постоянное самосовершенствование.